Гена решили про Ухалу поиграть. Ну, наконец-то я вошел. А и чем мне выбрать? Выбирай персонажа. И как его выбрать? Нажми на него. Ну, я на... А, все? Я готов к бою. Как сейчас, давай рандом карту. Карту. И как двигаться? Я рандом, рандом. А двигаться на стрелке или на В, С, Т? Сейчас увидишь управление. Я, если сам честно, я в нее почти не играл. Может, часик поиграл. А я... Она давно у меня просто скачана, лежит. Я не очень сам помню, как... Так, я просто на геймпаде. А, слушай, на В, А, С, Т, подожди, а как бить? Как бить, подожди. Вот ты. Стой, отойди, подожди, тут меч какой-то. Я да, какой... Блять. А что происходит? Так, на З... На З блок, по-моему. Блять, чё, охуел? А ну... Сука, иди сюда. А что происходит? Я тебя захуй... Блять. А, я знаю, вот что эта фигня делает. Блять. Я тебя сейчас... Я твой меч выкинул, иди нахуй. А ты как подпрыгнул-то? Там два раза нажимаю. Я просто геймпад играю. Я на пробе... О! Я, блин, да, бля, комуха, ну, слети, сука. Я не знаю, я, блядь, на геймпаде, кстати, классно играть. Почему мне опять этот огромный дилдо выпал? Сука, ты охуел? Ну нахуй! Блядь, да ты... Позорный, блядь. Да почему? Нахуй. Да слети уже, да слети. Нахуй, пошел. Нахуй. Просто иди нахуй. Я тебе сказал. Пирапит. Блюдь. Блюдь. Да ты... А как тут выпасть-то вообще? Просто, там, короче, есть такой прикол, там, блядь. О, наконец-то. Блядь. Я доминирую. Блядь, блядь, жми. Зуга. Доминирую. Блядь. Блядь. Помянем. 2-2. Кто сказал, что решает нас? Давай, сучка. Давай, подходи. Блядь. Сука. Босс. Да ты угораешь? Че у тебя за оружие такое огромное вообще? Сука, это каждому персонажу свое какое-то оружие. А что такое, подожди, тут несколько ударов может быть? Да, тут какое-то количество. Блять. Чего? Блять. Блять. Ни хрена я тебя втопил. Ты видел, как я тебя втопил? Не бери эту дичь, пожалуйста. Я ее хочу взять. Блять, я ее потерял, сука. Там такая... Там такая имба была бы. В тебя, короче, огромная мина влетела бы. Что я делаю? Я вообще не знаю комбинаций. Блять. Да ты заебал. Блять, лети. Сука. Я выиграл. Хорош. Ну тут почти одинаково. Блять, да, ты вышел. А, сейчас, давай вот этого. Вот эту вот девушку. Давай запускай. Блять, у нас одинаковый персонаж. Ты чё, охуел? Да? Да, рандомные. Да, у нас одинаковый персонаж. У тебя женского пола? Да, давай. Мне... Давай. Окей. Ука, бля, ты смотри, они прям один в один. Может... У них еще один в один все это, все прокачки. Да. Они, короче, жестко бьют руками. Веселый хрень. А, я... Да я даже не понял, с какой стороны я, ты... Бля, иди сюда, я тебе ебало бить буду. Ты вообще охренел, я даже не понял, с какой я стороны. Понял, нахуй. Че за дичь ебаная? Че ты делал? Ко мне? Че ты, блядь, за кокос нахуй? Недоделанный. Оля, ты видел?
Да. Блин. Ну все. 2-2. Повезло, повезло. Это, короче, жизни 2-2. Да, я в курсе. Пизда кому-то. Все, я с оружием тебя размотах. Ах ты ч. С одинаковым оружием. Ну я с геймпада играю, мне как бы ли. О, смотри, смотри. Пизда тебе. Ты видел, как это имбирь? О, ты видел, я тебе просто хлебальничек. Блин! Блин, ты лети, здорово! Ты чё, охуел? Дядя, давай прыгай ко мне, пупсик. На-на. О, ты видел? О, что я сделал? На поебал. Сука. Давай. Ну что? Давай на мужика, давай на мужика. Чё, иди сюда, сучка. Ну давай, давай. Бля, с геймпада легче, как я думаю, чем с клавы играть. Ну давай, 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 давай. На нахуй. Ты хрена себе. Ты охренел? Или там я нужно сказал, прям очень... Они жёсткие очень. Это уже какие-то читы. Подожди, что я вообще сделал? Блять, это как так? Это что, читы? Блять. Смотри, как могу. Ха, это скамбл. О, ты видел, я прям... Ну, это такое себе, если честно. А вот это что? А, и все? На, по хлебальничку, да? Еще понимать, за что отвечают эти кнопки вообще. Нет! Я тебе снес? Дай. Я опять выиграл! Сука, у меня вообще ничего не идет. Так, подожди. Я хочу вот этого минотавра взять. Бля, как из Gravity Falls, знаешь? Пошли. Да-да-да, там мужик Тавр был. Пошли вот на эту, пошли вот на эту, мы на ней первый файт есть. О, кстати, там еще снизу под ними на два и две ячейки, прям охуенная карта. Одна была, красивая. Давай на нее сходим потом. Блин, смотри, ну это, кстати, тоже интересно. Знаешь... А мы сколько уже минут играем? Ну, она прям так хорошо выглядит. Подожди, а мы сколько уже минут играем? Знаешь, как это классно с консоли выглядит, ты бы знал. А мы сколько минут уже играем? Ну, мы играем 2 часа. Нет, именно вот в эту игру. Я хз, я не показываю. Блять! Ляка... Она бьет очень мало, вот Минотавр бьет очень мало, но у него такие мощные удары. А ты бьешь быстро и у тебя слабые. Ну да, слабые. Ха-ха-ха, кто-то скам это. Блин! Ты видел, как умею? Давай, че, засышь сюда? Блин! Я засу. Зачем я выкинул? Да ты задрал. И долго у нас такая хрень продолжаться будет. Блять. Ах ты шки юга. Подожди. Ах ты. О, ты видел, что я сделал? На нахуй. Я могу, кстати, вот так вот, знаешь, отправить тебя. На! Не долетишь! А, поздравляю! Блин, а ты чё стоишь-то? Жёстко. Да я... Я всегда очень хотел с кем-то поиграть в неё. Всё, забраться у Fortnite. Я помню, у меня, короче, у брата был Xbox 360.
Он недавно его продал, короче, когда цены подорожали за 12 тысяч. О. Ну там игры у него крутые. Там GTA 5 была, и у него была такая игра, они... И она была, короче, про супергероев. Там вот так тоже супергерой, как Mortal Kombat. Я помню, он, короче, понтовался, что он типа про в неё. Бля, он, супер, он типа очень часто меня выигрывал, когда я был маленьким. И он мне, короче, Xbox дал на неделю просто поиграться мне. Сука. И, короче, я настолько... Я каждый день играл в эту игру. Еще было лето, короче. Я каждый день просто играл в эту игру. Я так надрочил ее. Я просто все в ней знал. Давай, давай. Я знаю, что я тебе могу сделать, смотри. Давай. Я могу там. Ну, алло. Куда мы лезем, боже? Ну, у тебя персонаж, он просто... Он моего персонажа просто сносит, я тебе говорю. Не, тут нет таких персонажей, которые прям имбаланс. Да не, я вообще тебе попасть не могу, у него оружие у меня. Я говорю, у моего персонажа слишком медленное оружие. Не нужно новое. О, он, ну, нормально. Топорик это нормально. Блин, ну попади же ты. Ну. Ну-ка, когда ты там уже летишь? Ну как? Алло, я не понимаю. Тебя просто уничтожил. 2-1. Слушай, давай до 3. Ну сейчас, типа, у нас такая битва до 3. Давай. А, то есть тебе один раз осталось выиграть и все? Я опять за это. Ладно, хочешь, давай до 4. Давай до 5. Ну ладно. Не, давай я вот это возьму. Мне кажется, он эмбовый. А, он стреляет. Во, да. Какую ты вот эту карту вот хотел? Вот эту. Вот эту? Да. Какую, блин? Не вижу. А где ты? Ну, алло. Где? Во. А. Нашел. А он реально ебовый, слушай. Ля. Знаешь уже, как профессионал такие? Да. Блин, долети! Хорош! Да чё это за говнище? Ну а? Мусорный какой-то персонаж? Нет! Я тебя так бы... На нахуй. Как же ты задрал уже? Ты меня просто одной рукой так угандушил. Одним ударом. А, подожди, так это не просто меч, это ракетный меч какой-то, на нем летать можно. Давай, сучка. Не, это херня, оно вообще хуйня. У меня рука мощнее. Да блин. Ага. Вот мне в Fortnite так попадать еще. О, кстати, да. Да как, куда он стреляет? Сука. Ты видел этого гения просто? О, копье, кстати, мощное. Во, лук-эмба. О, ты видел, я как-то вверх влетел. На. Что вообще? Мне на кого? Графике классно. География, если так скажу. Не, хуйня, не оружие вообще. О, ты видел с ноги, на? Смотри, я тебе сейчас угандошу. Как его далеко выкинуло. У
Ну опять мне это говно выпало. Можно я возьму, пожалуйста? Нет. Ага. На. Пошел ты просто в сраку, а? Просто с одного удара тебя уничтожило. Не, это какой-то имбовый у тебя оружие вообще. Ну, знаешь, у тебя тоже вот есть оружие, которое имбовое, а есть, которое говно. Не, у меня рука имбовая. Я тебе говорю, у меня рука имбовая. Миллиметра не хватило. Реально рука имбовая. Какой счет? 1-3? 3-1, да. Да. Рука имба вообще. Я, короче, хочу вот этого выбрать. Так, берем. Стоп, пойдем. Какой ты дед, знаешь? Леший, леший. Леший. О, погнали вот на эту карту, которую я взял. Давай. Почему бы? Ты видишь, какая она красивая? А ты, кстати, на этой уже играл, по-моему, нет. А, нет, ты не играл. Я на ней играл. Блин, веселая игра. Сука. Мне понравилась игра. Не, ну поиграться можно, в принципе, нормально. Ну да, если постоянно играть, то она надоест. Ну. Алло, в смысле? А боже, как? Мы лезем, боже, боже, боже. Боже, да? Ой, ляг, херня, не оружие. О, вот этот меч офигенный, я полагаю. Да, меч офигенный. Имба. О, ты видел, я какую-то фигню поставил. Битва титанов. Да-да-да. Я просто сижу вообще. А ты меня просто вниз скинул. Да. И просто меня вниз отправил. Блю. 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 Да давай. Какая имба. Медведский бой меня откидывает на километр. В смысле? Ура! Я победил! Ура! 3-2. Ты, конечно, а знаешь? Я вот этого возьму. О, он тоже... Он с огнестрелом, ну это такое. Короче... Гонал тебя? Давай... Ого! Не, ну тут красивые карты. Согласен. Ну их более-менее легко делать. Геймплей угарный вообще. Ну да, хреначитесь. А блин, как перемещаешь четвером. О-о-о-о-о. Кстати, мне кажется, в реальной жизни бы Дракула просто выносил бы на кулаках этого чела. Ну потому что Дракула же бессмертный. Да и не только, он сам по себе намного мощнее. Сука, ты видишь, говно? Опять я просто каким-то образом тебя в самом начале снес, и... а потом вообще ни разу не снесу, да? Слушайте, значит, нанесу. Я думаю, я тебе строки с руки унесу. Ну, сука. А я строки тебя уносил уже. Да, блядь. О. Ого. Да, го. Пошел у тебя.
Боже мой, что я делаю? Куда мы лезем? Куда мы лезем, боже? Боже! Боже, боже. Куда мы лезем? Почему как так? Два раза сдох. Куда мы лезем? Да, мы лезем. Блять. Сантиметр. Сантиметр. Блять, тебя. Я сейчас, знаешь что? Не дашь мне. Не дашь мне оружие взять, я тебя. Что это? Что это? Блять, отстань! Это посу. Это что? Нет, пулемет. Это пулемет. Блю! Это посука пулемет или что это? Почему тут оно? Я могу вот так вот просто. Да в смысле? Хорошо. Ты задрал, у тебя какое-то оружие МБУ или что? Я вообще не могу ничего сделать. Блин! Нет! 4-2! Да. Блин. Финал, к сожалению, не записался.